В области завершилась вакцинация школьников. Прививку от гриппа получили 60 тысяч детей. Вслед за учениками уколы сделают детсадовцам и учащимся среднеспециальных заведений. Антигриппозная кампания стартовала в начале октября. В этом году планируется привить от гриппа 240 тысяч ярославцев. С 6 ноября начнется бесплатная массовая вакцинация взрослого населения области. Врачи уверены, прививка – это единственный способ уберечься от гриппа. Опыт прошлого года, когда были привиты 228 тысяч человек, оказался более чем успешным. Число заболевших резко снизилось. В этом году пик эпидемии прогнозируется на начало февраля.